Можно ли нам сделать вот где-то в этом районе, хотя бы вокруг найти место, детскую площадку? Да. Они у нас бедненькие ходят вокруг этого авангарда. Вот смотрите, я что хочу сказать. Раз у нас тут местное самоуправление, раз мы вместе все решаем, вот сейчас за лето я вам обещаю, что сделаем две площадки детские. Территориально в центре города, по факту на отшибе. Поселок Шмидта в железнодорожном районе Самары долгое время оставался в стороне от внимания властей. Проблем накопилось достаточно, но за один год, конечно, все их решить нельзя. Жителей ждет планомерная работа. Что требует первоочередного внимания председателю Самарской городской думы Александру Фетисову, рассказывают сами люди, которые десятки лет живут в поселке. Социальный приют напротив школы и детского сада – головная боль всех родителей. Там не бомжи, ну такие вот полубомжи. И дело в том, что они так вот их утром выпускают оттуда на весь день. И туда их не пускают, и только вечером. И вот они целый день по поселку ходят. Неприятное зрелище, сами понимаете, школьники, детский сад. Отсутствие аптеки, дома культуры и других составляющих комфортной жизни – еще полбеды, говорят жители поселка. Один из самых наболевших вопросов – дороги, а точнее направления, шутят люди. Хоть на повозке с лошадьми пересаживайся. Вот там вот бараки, где стоят последний барак, там уже сараи у них ненужные. Может быть, их снести и делать нам дорогу нормальную. Решить проблемы можно, главное работать сообща. Активные шмитовцы постоянно проводят мониторинг поселковых трудностей. На встречах со своим депутатом получают конкретные ответы на вопросы и готовы сами включаться в любые работы по благоустройству и наведению порядка. Очень важно, что люди здесь сплоченные, да, с одной стороны, а с другой стороны, вот здесь большая часть составляет частный сектор, да, человек, который вот так живет, он свои проблемы всегда приучен с измальства решать сам. И вот две вот этих вещи, да, с одной стороны самостоятельность, а с другой стороны такая общинность, она вот создает условия для того, чтобы все-таки мы вот многие проблемы, тем более в условиях реформы местного самоуправления, более эффективно решали. Лед тронулся уже этим летом. Маленькие жители поселка Шмидта смогут играть на новых детских площадках. Кроме того, здесь появится аптека и медицинский пункт. Марьяна Мирная, Алина Чемерис, Максим Гусев. События.